говоря, хай, ребят, с вами Дабардбай. И да, это новый видосик по Блокстрайку. Хотя вы не особо и долго его и ждали. И сначала давайте так договоримся. Если вы хотите видеть больше видосиков по блоку, то тогда ставьте лайки. Так как сейчас лайков у меня под роликами очень мало, так что договорились вот так вот. Ставьте лайки под этот вот видосик. И да, к слову, о чем он будет? Я сегодня буду играть в новый режим, который доступен лишь только в бета-версии Блокстрайка, а именно Бомба 2. Да, вы, скорее всего, уже слышали про этот режим, однако поиграть именно в него я лишь только смог вчера вечером. Ну, так как на бетку меня приняли лишь только, собственно говоря, вчера. И, собственно говоря, что? Я поиграл немного, и у меня сложилось, собственно говоря, вот такое вот мнение. Однако давайте, собственно говоря, чтобы, было более или менее понятно, поиграем. И я, собственно говоря, расскажу об этом вот режиме, да и просто чуть-чуть пофанимся. Да, ребят, это старый добрый летсплейчик. Да, у меня аж дикция, как всегда, фиговая. Ну да пофигу. Так, наконец-то за синих. Просто я обычно почему-то за красных мне попадалось. Так, и сразу же мы можем играть. Отлично. Итак, в чем смысл? Тут так же, как и обычной бомбе, надо за синих обезвреживать бомбу, а за красных, наоборот, и залаживать. Но отличие от других режимов, тут есть деньги. Однако, ну как деньги, доллары, и тут надо покупать оружие. Однако у меня нету денег. У меня, блин, денег нету. Черт, и уже меня убили. Ладно, хотя бы дигл давайте купим. Ой, да ё-моё! Ладно. Так, вот наши противники, они хитрозадые уроды. Так что надо тут чуть-чуть подумать, а вот что, ну, хочу сделать. Так, сейчас, хотя бы, так, отлично, отлично, АК-47. Так, опа, ой, да ну иди сюда, мразота. Да почему ты, блин, не стреляешь, урод, а? Чёрт, я один. По сути, нормально тут играю. Черт. Урод. У нас, блин, я лишь только один тут, пожалуй, нормально играю. Да и к тому же мы уже проигрываем, блин, а. Так, давайте, ну, основной минус я расскажу, а именно что там? А именно то, что тут пока что на этом режиме лишь только одна карта, а именно Баст. И черт, нам уже не везет. Блин. Так, наконец-то я за красных. Не, за красных тут удобнее всего. Так, все, давайте. Я тогда за ним буду. Так, давай. Выходи. Давай ты вперед лучше. Так, где-то стрельба. О, отлично. Отлично, выиграли. И, к слову, тут можно на этом режим КВ проводить. Прикольный такой вот режим. И опять у него бомба. Окей, тогда я вперед. Так, пока что я никого не вижу. Давай, пошел. Да иди ты уже, ё-моё. Так, давай.
Ну наконец-то нормально уже начал играть этот чел. Так. Так, у меня. Да ё-моё. Неудобно. У меня. Так. Чёрт, квест начал резко лагать. Чёрт. Так. Сейчас FPS-метр лучше рублю, так как фиг пойми, сколько сейчас FPS-ов. Так. 58. Ну, чуть меньше 60 FPS, нормально. Чёрт! Так, ладно. FPS-метр, думаю, что можно уже и вырубить. И, к слову, бет-версия, она еще обновлена с оформлением, так как тут на картах добавили вот эти вот все, ну, ёлки. Да, во, блин, я хотел только что заорать, то, что он идиот. Наконец-то хоть что-то правильно сделал. Так вот, тут добавили всяческого рода ёлки и снеговиков, однако это, по сути, является заменой текстур хэллоуинского обновления, так как они расположены на тех же местах. Вот, однако, знаете, что мне лично, ну, нравится такого вот рода оформления. Так. Так, где этот идиот? Наизах убил. Минус этого режима в том, что он, как правило, дисбалансный. Ну да, тут, ну, проблема. Тут проблема с балансом. Так что, разорабы, если вы это зарите, то поправьте тут баланс. Ох, ё-моё. Чё-то мне уже фигово становится. Приболел уж я. Ну ладно. Кажется, этот чел переиграл в CSGO, так как Юсп в блоке, он не самое лучшее оружие сразу. Ну, блин, а черт, у меня 8 патронов! Фух, отлично. И да, это такой немного бомбящий выпуск получается. Так, у него бомба. Так, чел, прячься за мной лучше. Так, где? А ну-ка иди сюда, мразь. Чёрт. Ладно. И да, к слову, я давненько не играл в блок, так что сорян. Я просто из-за этой чёртовой школы, так как у меня сейчас начались экзамены, и, собственно говоря, я из-за этого тупо даже в ВК не могу посидеть, так что сорян за моё нубство. Изи катка. А, слушайте, он оказывается один оказался, и все, нас двое уже. Ладно, давайте тогда на другой серф. А, я, короче, опоздал. Ладно, придется ждать. Короче, давайте, ну, поподробнее тогда поболтаем про этот режим, какую-то инфу вам скажу. Итак, как я уже ранее упоминал, то тут лишь только одна карта доступна, когда... И тут, ну, максимум тут можно счета добиться, так это вроде как 30, и потом вас выкидывают в меню, но при том пишут то, что, мол, следующая карта, бас, 2,
Однако, ну, все фигурки по пути идут в меню, и им, собственно говоря, выставляется счет. Ну, как счет. Собственно говоря, стандартная фича, то, что там показывает, сколько ты заработал, сколько ты убил, вот это вот, да. И режим бомба... Ой, так, уже началось. Так, опа. Режим бомба 2 не является особо там прибыльным. Ну, командный бой, пожалуй, самый прибыльный режим. Ну, не считая банихопа. Также еще этот режим немного лагучий. Черт, где-то ВПшник сидит. А, все, я его нашел. Все, я его увидел. Так, убейте ВПшника. Не, ну тут многовато игроков. Черт, у меня денег лишь только на дигах хватает. Ну, отлично. Так, ладно, давайте тогда туда пойдем. Так. Так. Одно хп осталось. Иди твою шкалтить. Так, надо что-то думать. Так, как у меня какие-то раки, откровенно говоря, ну или же я с ними просто вообще так не могу найти. То тут будет, конечно, трудно. Так, ну слушай, мы победили, отлично, отлично. Я получу за это хоть какие-то монетки, ну точнее доллары, тут долларами все покупается. Так что, все, поехали. Так. Так. Ай, блин, их двое. Ладно. Так, сколько так? Один на один сейчас остались там. Так, мне кажется, что мы сейчас проиграем. Да уходи! Уходи отсюда, вали, чел. Да. Он идиот. Кстати, вот что-то тут не продумано, так то, что типа в КСе, да? В КСе для того, чтобы обезвредить бомбу, надо было либо купить специальную фигатру, ну, типа, для обезвреживания бомбы, либо же ее взять как бомбу, да? Вот. Так, ладно, я на Калю что-то денег смогу тратить. Ну, ладно. Так, вот тогда туда может. Черт, их двое! Так, я слишком уж эмоциональный. Так, давай. Так. О, двоих угрохал, нормально. Давай! Да ё-моё, да ты бомбу будешь заряжать или нет? Давай. Ты идиот. Нелогический вопрос, ты идиот. Ладно, не бомбите так. Дебард, бай. Так, давайте купим
Галил, я просто в последнее время играл именно с Галилом. Так, Галил. Так, чел себе ВП купил нормально. Кстати, если гонять в этот режим через Discord, ну, это для тех, кто не знает, типа скайпа, то вообще суперски получается. Чёрт. Хитрозады, уроды, а? Так, давай, врубайся. Клава, ты где, блин? О. Так, все, мы эту катку проиграли, так как смотрите-ка, у нас лишь только два чела осталось. Не, ну откровенно говоря, тут большая часть тех, кто за меня играют, раки. Ну серьезно. Я плохо играю, да, я согласен, однако, блин. Они даже да толком, не знаю, помочь не могут. Ракообразные существа эти, чёртовые. Глок, он наносит очень мало урона, так что... Всё. Так, теперь что надо? Так, не, на Галила недостаточно денег, конечно. Так, ну... Что, давайте тогда тут идти. Лишь бы там никого не было. Отлично, двоих прибил. А, ой, черт, я испугался. Я вам говорю, да ты издеваешься. Хары выходить. Да уж. Все, ребят, игра закончилась. И так, ну, собственно говоря, пропустил эту рекламу, короче, игра закончилась, вот такой вот новый режим, бомбящий, да, у меня бомбило сегодня, удобно очень, кстати, играть через Discord будет, поэтому, ребят, если получится, то тогда сниму, собственно говоря, видосик с вами, если вы не поняли, то я сейчас говорю о моем клане и об игроках моего клана, да. Ну, я просто знаю то, что вы, типа, большая часть моих зрителей, это именно игроки моего клана. Так что, ребят, возможно, вы попадете в видос. Но это не факт. Вот, это не точно все. Ну, что ж, с вами был TheBardBuy, и всем пока.